Дата проведения выборов в Народное собрание Гагаузии будет определена на ближайшем заседании законодательного органа автономии. Об этом сообщил председатель НСГ Владимир Коса. Президент имеет полное право распустить парламент, так как 15 апреля было решение Конституционного суда, что она имеет это право. Посмотрим, как проявят себя судьи, как распустится ли парламент. Но если отменяется чрезвычайное положение в стране, депутаты Народного собрания соберутся на очередном заседании, когда будет следующее заседание, и обязательно объявим в тот же день дату. Я считаю, что мы не должны тянуть. Мы должны провести вовремя выборы в Народное собрание, потому что уже мандат больше, чем 4 года. Не должны превышать его. Поэтому будем надеяться, что побыстрее это все пройдет и как оно будет дальше.